5 человек работает вот здесь, в этой компании. За 11 месяцев 3000 ножей. Абсолютно очень сильно похожий нож у ПП Кизляр, помнишь? Да. Кто-то у кого-то что-то спиздил. Как это? Шнега там называется? Тимляк. Тимляк. Блин, окей. Okay. Use raw, but... Паша, где ты шарахаешься? Он сверху снимает. Молодец, сорян. Хреново тебе, братуха, да, здесь живется? Поехали с нами в Россию, матушку. Там так ходить можно. Just like the sitting stuff in here. Oh, so you can sit, yeah. but also you can make for other... Вот так в Австрии за холодняк загребают. Едем в гостиницу. Смотри, мостик. Почему сейчас немцы пойдут откуда-то? Через 150 метров пункт назначения находится слева. Так, мы вот сюда походим, вот в этот замок. И выехали в город какой-то. Далее выше. Друзья, у нас настоящее приключение. Это вот настоящие 24 часа. Я угнал тачку у панды. Короче, мы едем в страшный двор. На самом деле это все один большой пансионат. Вот эти ребята, это кафе. Это единственный ресторан в округе. Мы сейчас быстро кладем. Здесь ужинаем, да? Да, вещи, едем сюда ужинать. Здесь же будет завтрак. Завтрак мы должны быть 7-8 утра. Потому что в 9 все на клюшку. Сейчас мы едем, ищем вывеску «Страшный двор». Отлично. Что написано? «Страшный двор». «Страшный двор». Сворачиваем. Сейчас дальше квест только начинается. Значит, короче, вот это ворота, они на клюшку закрыты. Так. Чтобы их открыть, надо позвонить по специальному телефону. Сейчас мы будем звонить, потом они откроются. При этом один номер... О, смотри, страшного привидения. Да, вот в том корпусе, один номер в том корпусе. Дальше квест попасть в корпуса, они тоже закрыты. Выданы специальные пароли. Игрушка, игра, доступы, игра. Вообще, смотри. Обожаю. Вот у меня целая бумажка. Вот она. Вот что, куда звонить. Сейчас, значит, мы включаем нашу сеть. Нет сети. Нам нужна сеть. У кого есть сеть? У меня Wi-Fi. Смотри. О, шайтан. Вот, то есть с ними даже разговаривать не надо? Не надо ничего разговаривать, мы все сделали правильно. Так, первая часть квеста пройдена. Пройдена, да. Сохраниться надо. Привидение видел? Да, да, так, вот это вот парковка. Теперь один номер вот в этом страшном дворе. Так. А второй номер вот в том страшном дворе. Туда тоже не попадешь. Надо опять же там магические цифры. Там столько сабли, шпаги, всякая фигня, оружие. Крутяк. Все, вот тебе так. Теперь нужно найти маленький правильный листочек. Вот. Нет. Вон. Ага. Сейф. Так. Сложный пароль. Вообще. 4-4. Класс. Офигенно. Так, а номер 7. Искать номер 7. А почему не 666? Смотри, давай. С
сделал. 3, 6, 5, 4. Здесь нет. Выше. Супер! Это что, где кровать-то? Кровать-то где? Вот она. Ты че? Вот. Она как каванина, вон, посмотри. А где у нас опять рекордер? Блять! Что было? Там 4 же. Запах мертвечин. Даже это уже круто. Я возьму нож побольше. Мы сразу снимаем или сначала номера? Номера? Пила, это понял. Мама. Давайте снимаем. Папа. У нас монтажер пиздец. Знаешь, что? Пашка, ты классный. Под мои подписчики. Потому что у нас оператор классный. Смотри, чуть-чуть вот на зелень еще дай. Место действительно очень неоднозначное. Вы слышали? Как я его закрыл? Я боюсь, я не хочу сниматься. Я хочу спрятаться в номере от всех. Они заставляют меня работать. Меня заставляют работать, ребята. Меня грозились оставить вообще вот здесь, где мы, в Польше. Сейчас ты смотри, скажешь. Тогда я пожалуюсь, подпишу, что ты перебиваешь? Аббас. Толик, кто здесь? Отпустите меня, пожалуйста. Это... обзор. Такие надо. Это жуткое место. Это жуткий обзор. Блять, в жопу вытирает это. Ты что ты ржешь, блядь? Он ржет, он заеб. Он ржет постоянно в кадр, блин. Мы снимать там не будем. Хватит ржать, Паша, блядь. Оператор ворлочать должен. Кто это? Вы только посмотрите, как выполнена оружейная насечка. Кто здесь? Мы паучка снимаем. Да хуй, заходи. Я не знаю, что, пацаны. Кстати, было бы интересно, а нравятся ли вам такие маленькие ножи? И как вы их используете?
Я чуть не обосрался. Ты красавчик. Снимаем обзорчик. Да даже не... Ой, блядь, ты видел мою рожу. Ну а детальней об этом ноже мы поговорим, когда сюда зайдет панда. Так, все, тихо, тихо, собрались. Мы с вами поговорим утром, если мы переживем эту ночь. Мы с вами поговорим утром, если переживем эту ночь. Польша выматывает. Почему мы не замерзайку пьем? Сейчас достаю ее. Давай, чтобы я ее достал красиво. Наверное, это делается так. Компенсатор толщины абразива это. Ну что, друзья, приехали мы на ножевое производство. Я даже не помню, как он называется, и телефон я забыл, подожди. ANV Nice, по-моему, да, называется? Андрей? Hello. Александр. Виталий. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, but not good. Okay. Maybe you speak Russian? No, not a word. No, I can da and здравствуй. Отлично. Enough. That's enough? That's enough. I don't know how much do you know about ANV. We have started only 1 year ago, so we are still coffee, Murchin. Tea, vodka. Vodka. How to say it? Talking room, and this will be base for you. You can chill out here, have a nice cup of tea or drink, and then I will show you around the working process. Guys from the military base that we've been developing the knife with, this was sitting in salt for about 2 months. They've done some crazy stuff with it. You can see the Elmax. Just all this prototype. Yeah, most of them. This is something that we are working on right now. We will add texture to the base. Какая механика-то, а? This is first sample. It's aluminium. I have. Это первая модель из алюминия. У него там в офисе есть модель из титана. Механика кайфовая. Here is some sample of the improvement that we will make in design on a handle. This will be also made. We call it hardcore.
which is kind of true. It will have core from LMAX and then sides. Местные партнеры. Hello. So, hello. Thank you. But very many Russian people know about your company. That's good to know. It's good to know. We've been in Moscow 2 weeks ago, week ago. Arms and hunting. Arms and hunting. Probably, I don't know. We got Klinok. Ah, Klinok. Yeah, yes. Blade. Yes. Mm-hmm. Очень интересная обработка. You know this? There is not many of them. What is it? There is not many of them. It's crazy. Yeah. Oh, nice. This is working as fine as it could, but it's a start. Механика классная, прям. Миша, твой нож, говорят, beautiful. We have grinding machine in the another one because there is not enough electricity here. Посмотрите, насколько прилично сделано на живое производство в Европе. Вот сейчас мы в Чехии находимся, на Вайнайф, ну прям. Some prototyping grinders for teeth, and here we make Kydex sheaths. We have the vacuum mold and heat press, so we are vacuum molding Kydex here, and then drilling, riveting, cutting, everything is done by hand. I will show you the for a grinding machine, but we don't have enough electricity, so to accompany to see. Пескоструйчик, да. Yeah, blasting, stormwash, in the stormwashing machine. There are some stock that we are working on. It's not finished, but not finished. This is not finished. The finished products are over there, but here are the blades that we are currently. Yeah, I don't know exactly per month because it depends on what knives we are doing, if it's folders or around. Круто. The company. Вот подход к бизнесу правильно. This is the one. This is the element with 3D machining. 3D machining is also made in the company, which is supplying us with G10. Only there is some top secret stuff. We are starting to develop some colors for G10, so the knife will be available not only in black. But in five different colors: the desert, olive, red, and white. 85 yeah, euro. 85 euro. Вот как надо делать, чтобы было дорого, а не на всю голомень. Yeah, this is Biller. Biller. Yeah, this is Biller N690. N690. Yeah, it's not easy. Not enough. Easy. Yes. Yeah. Очень приятная моделька, да? Да, да. Реально приятно. Now we are adding the other features into configurator on our website, so you can choose between between plain edge and serrated edge, between stonewash and DLC. 12 моделей для старта, я попросил показать какие. Ага. This is very successful model for us, and all work out because we've been fighting it. Yeah, let's see over here we have. This. Смотри, они упаковочку вон сами делают даже. They have some flat marks, but right now it's all fixed together, and we have some sewing machine here. We make all these. Подведем маленький промежуточный итог. 5 человек работает вот здесь, в этой компании. В течение 11 месяцев прошлого года они произвели порядка 3000 ножей. Ну, продали, да, получается, реализовали. Нет, это он сказал за 11 месяцев. 3000 Да, да. Ну, за 11 месяцев он сказал, что за 11 месяцев 3000 ножей.
5 человек, при этом, вот сейчас пройдя по компании, здесь все настолько вылизано, настолько чисто. Но правда, они, естественно, работают с аутсорсом. Совершенно потрясающе, я прям впечатлен, очень круто. Вот как к стоматологу пришел, все идеально, еще и ресепшн прилично. Originally it was designed without handle, and right now you can buy additional handle that you can screw it, you can screw on the handle and. How you, как позиционировать position? How you position your knife? This is tactical knife or yeah, EDC? Yeah, this is EDC basically. EDC. Yeah, the tactical segment that we are entering. Knife, вот абсолютно очень сильно похожий нож у ПП Кизляр, помнишь? Да, да, да. Очень похожий, я думаю, что как раз таки кто-то у кого-то что-то спиздил. Механика, конечно, говно. Я не могу его открыть. Но очень, кстати, похож на Бирюкова, который у нас лежит в багажнике. А мне нравится то, что у него законченный дизайн модели. То есть ты каждую модель берешь, она сама в себе. И вот многие ножеделы наши страдают тем, что у них дизайн не закончен. Ну, есть такое, да. Yeah, now it's better. Mm-hmm. Fix with hammer, yes? No, with the shock on a blade. Лайнер на клинок залетает, когда он начинает кусаться. Дук-дук. Mm-hmm. It's a French company. Yeah. Knife, down. Yeah. A very old company. Yeah. Yeah. And one man and this company use not finished. Mm-hmm. And yeah. And finished. Yeah. Over. Yeah. Yeah. Each piece. Yeah. Yeah. Это на кармане этот самый. Вейв. Вейв. Ну да. Фильм загнанный, да, по этой теме. Yeah. We are starting to work with this textured G10. Mm-hmm. In the beginning we had flat with very small texture. Начинаешь присматриваться к деталям и видишь, что дорогая штука. Ну, выполнена более дорого. Это первая линия фиксов, которая была выпущена в компании ANV Knives. Ну и, собственно, самый большой. Естественно, сейчас многие понимают, что, возможно, дизайнер вдохновлялся фильмом «Загнанный», потому что эти формы все вы прекрасно знаете. Самый маленький, но вот это вот вообще, конечно, мне очень безумный эксерейтор впечатляет. Не знаю, насколько это оправдано. Очень глубокий. Очень глубокий, и он... Но он, в принципе, он не острый. Видишь, он эксерейтор своеобразный. Ну, острый, попробуй. Но с серрейтерами вообще история очень интересная. На самом деле очень многие компании, которые делают ножи с серрейтером, они патентуют именно свою форму серрейтера. Так было с Спайдерко, потом, по-моему, Cold Steel также делал патент. You patent the serrator or not? No, of course not. No. Why you use so deeper? We work. Very aggressive serrator. Yes, we change it. It's a prototype, yes? No, not a prototype. I have all the prototypes upstairs, but the first knives looked like this. The grinding was here, the luminude was a little bit smaller, and the liner lock was 1 millimeter. Uh-huh. Right now we have 1.5 millimeter thicker, mm-hmm. thicker liner. The grinding is changed over here. The pocket clip is DLC coated. Of this development, this guy was born. Mm-hmm. They came to us and they said we want just best knife possible, so we made it out of the Elmax with the LC. It was first Elmax knife that we made. Made some variations on it. So it comes in three colors of handle, one, two, and three. And three laser styles. The basic one, ANV camouflage, we call it camo, and then it's a variation of tiger stripes, basically. Что, ты паракорд рвешь? Не, я к тому, что может это рассказать ему про два узелка-то здесь. А, ну зачем? Чувака напрягать? What?
Этот очень удобный. It's very comfortable. Yeah, it's you have only one way to hold the grip, but if it fits you, if your hand is compatible with this, you will love it. Yeah. It's love or hate. Офигенно. Мне вот это нравится вот так вот брать. Я ненавижу все эти подпальцевые выемки, чуэлы, но вот он прям вот, вот так вот. На, вот это попробуй. И заразись им. Ну, окей. Ну, в общем, есть вариант с микартой, да, как вот на этих ножах. Есть G10, G10. Микарта, вот попадание влаги может спучиваться и все остальное. С G10 ничего не случится. Ну и столь грубая насечка для использования в перчатках тоже хорошо. Side up in our company, and then this is in a back room made by vacuum molding. It's compatible with TechLock. So we make the holes which are compatible with BladeTech, most of them, MoloLock, TechLock, all their accessories has something on them, like little mark and every time somebody says, "Oh, we cannot sell it," it's quite good. Эстетика у тебя хорошая. На ножи меняет. He want to change gimbal for knife. I have the same gimbal, so I don't need another one. I cannot use two of This is present for you. This is logo of our YouTube channel. Perfect. Собственно, это нож Андрея Бирюкова. Сейчас чешские коллеги его разглядывают, восхищаются. What's the retail price on this one? It's steel ball bearing. And this is a prototype. This is another one, our partner, Russian knife maker. Calibri. That name, Calibri. Took a lot of time. This took a lot of time. Is it with what? No, it's not with one wheel. It's a set of wheels. I believe. You cannot do this. We didn't know. Yeah. It's nice. Это около 350 евро. 350 euro. About. Yeah, around. Yeah, I mean, it's perfect. It's very nice. You have some very good knife makers in our country. Yes. Ну да, собственно, сейчас восхищение ножом Чебуркова. Because you can see very thin lines on the grind, and it's exactly the same as we have on the blades. Как он называется? Т? D14. And this logo, our channel. Yeah, this is our channel and Kanslerknife Factory. So you... We are a partner. It's beautiful, beautiful knives. It's perfect. It's very, very, very nice. The lines are just beautiful. Just... Yeah, the smallest one is the best. Итак, ребят, поскольку мы посетили это замечательное производство, ну, можно сказать, в формате нашего путешествия, то есть 24 часов, мы решили спрятать здесь нож традиционно, как вы все любите. Вы помните нож Scout, тот ПП Кизляр, логотип мужской берлоги, 24 часа. Но мы решили не прятать его где-то под деревом там или под камнем. Мы решили отдать его прямо сюда, Андрею, и он спрячет его в сейф. Поэтому, если вы окажетесь здесь, вот тут сейчас появится адрес, где находится компания. Кстати, также в описании под роликом оставлю ссылку на Instagram, ребят. Ну и, наверное, на сайт. Вы можете приехать сюда в гости и сказать, что дорогой друг, от мужской берлоги нож здесь был спрятан под гоника. И он вам его отдаст. Только первому подписчику, который здесь появится. Ну и заодно вы посмотрите производство этих ножей, как здесь производят ANV Knives. И это классно, нам очень понравилось. Thank you very much. Thank you. Что, друзья, вот так мы посетили ANV Knives. Еще раз очень впечатлен тем, насколько здесь все чисто, аккуратно, прибрано. Ребята буквально около года находятся на рынке. Они еще на стадии вот этого развития своего первого. У них совершенно немного ножей, но очень грамотный и классный подход.
Я думаю, что у этой компании отличное будущее. Ну и плюс Андрей очень приятный парень, который сам занимается дизайнами, сам руководит компанией. Он нам все это показал, рассказал. Очень здорово. Если вы окажетесь в Чехии, недалеко от этого городка, который я не помню, как называется, обязательно заедьте к ребятам в гости, с ними можно списаться в Инстаграм, можно написать на почту. Мы, собственно, через Инсту с ними списались, и они сказали, да, конечно, ребят, приезжайте без проблем. Ну и мы сюда рванули. Не пожалели нисколько. Поэтому очень рекомендую, и обратите внимание на эти ножи. Я, к сожалению, не знаю, продаются ли они уже в России, или пока только они идут в сторону России. Но, тем не менее, обратите внимание на эти ножи, стоит однозначно. Поэтому сейчас мы посетим два города, это Кёпфенберг и Мюрцушлаг, где, собственно, и находятся две производственные мощности Бёллер, Рудехольм. И посмотрим вообще, как это все выглядит со стороны, а позже в Вене мы встретимся с российской группой ножеделов, которые также посетят сейчас эти производства, и запишем интервью с ними, узнаем, как им вообще вся вот эта вот производственная австрийская движуха, что их впечатлило, что им понравилось, и спросим, какое будущее стали Бёллер мы будем ждать в России в ближайшее время. Потому что те ребята, которые сегодня окажутся там, это, собственно, ну, в какой-то степени костяк ножевой российской индустрии. Узнаем, посмотрим. Поехали. Находится завод Бёллер Блеха, который принадлежит компании YSL Pina, если я не ошибаюсь, которая в свое время, в 2008 году, то ли купила, в общем, у них произошло какое-то слияние. Fiat Cox. Банкетный зал? Вот именно так раньше все и было. А вот смотри, бабло старое. Как его перестать? Вот так в Австрии за холодняк загребают. Меч. Клади меч. Пивасик. О чем тут говорить? Хреново тебе, братуха, да, здесь живется. Поехали с нами в Россию, матушку. Там так ходить можно. Не то, что здесь.
Panto Daigo Sin Perfusus Dolebam Good Cut. Хрен поймешь. А это специальная приблуда, которая похожа на какой-то тренажер, имитирует вес доспеха, в котором рыцари бегали, рубились и все остальное. Только она вот меньше моего роста, мне хватает выпрямиться и плечики поджимает. Так что это для маленьких рыцарей и дохленьких. Алхимия. Das ist alles mal gut. Ich liebe dich, liebe dich. Я вас собрал здесь не просто так, господа. У нас большие проблемы. Мы не знаем, где делать металл для наших клинков. Это подсвечник. Хуй с ним. Может быть, такое копье? Или вот такая алебарда? А может быть, вот тот здоровый меч? Нет, у меня есть кое-что страшнее. Это нож калибри от мастерской Чебуркова. Кстати, во всех старых, странных и жутких замках есть лифт. Ну что, друзья, второй день в Польше. Мы вновь пытаемся попасть на завод Helicon Tex. Вчера мы вечером уже сюда приезжали, но он был закрыт, хотя приехали всего лишь 4:30 вечера. Ну, видимо, поляки не очень хотят долго работать, экономить электричество, все дела. Попробуем попасть. Причем самое обидное, что мы уже вторую неделю не можем нормально сконнектиться с человеком, с которым мы общаемся и работаем. Хотя до этого все у нас происходило оперативно. У них, видимо, какие-то там завалы, госзаказы, что-то еще. Хрен победишь. Но, в общем, едем. Непонятно. Не перебивай меня, когда я разговариваю. Гжегош. Сачомски. Вот именно к этому человеку нам нужно попасть. Так. Ну, по крайней мере, открыто. Helicon Tex или Tex, Tex, Helicon Tex. Да. Hi. Good morning. Good morning. Hi. Виталий. Ярослав. Отлично. Еще и по-русски. Отлично, Ярослав. Жегаш нам нужен. Сачомский, который. Есть такой. Ну, на самом деле, Жегош работает в отделении маркетинга. Ага. И маркетинг не находится здесь, а во Вроцлаве. А, вот так вот. В Вроцлаве, да, в городе. Угу. Вот, так что здесь отдел по разработкам, но я его показать не могу. Угу. Это тайна. Вопросов нет? Вот, и это можно сказать, ну, первый наш офис, главный офис, но уже есть и новый склад, и новый офис во Вроцлаве, так что мы просто растем. Спасибо огромное. Все, я понял, спасибо большое. Очень приятно. Угу. До свидания. Жачек. Виталий. On our website. Okay, and go left. Oh, cool. Hi. Hello. Everybody. Oh. Nice place. You want some coffee? Water? Cool. If it's possible. Yeah, coffee? Yeah. Yeah. Hello, Pavel Vitaly. Thank you. Hello, Pavel Kempal. Hello. Hello, Pavel Kempal. Alexander. Hello, Alexander. Repeat, please, your name. Pavel. Pavel. It's much better in Poland. If you want to have sports. This model on men, policemen, military men. We
haven't heard about it before, so it's like a new problem for us. You should have a bit free space. No, Bjørn Rudholm. This is steel. Uh-huh. Yeah, yeah. Steel manufacturer. Yes, steel manufacturer. Yeah. И сюда. И сюда. О. It's our camera. We are here to test it. If it works. Спасибо. You say head of opinion, it's influencer in Korean. Yeah, we use the influencer phrase because we work with big guys, just like you. You have a lot of You can make it work as a improvising sleeping. On an external pocket in here, you can attach it in here or wear it like that. So it's quite a nice. Чешская морожка. Очень красивый город, но огромный толп людей постоянно, и я бы не смог в этом находиться регулярно. Это одно дело приехать вечерочек прогуляться, а другое дело, если здесь жить, ну, наверное, в Бернсон можно вот в этой тусовке постоянной. Она везде, людей просто невероятно много. Пацаны говорят, так происходит каждый день в течение круглого года. И мне кажется, это очень круто. Вот, так что... Прохладно в вечерней Праге, скажу я вам. И мы сейчас стоим около главных часов города, и здесь огромная толпа, и что-то сейчас здесь будет происходить. Говорят, какие-то пушки будут даже вылазить. Он, кстати, что-то уже начинает двигаться, так что, господин оператор. Вот именно здесь, на этой же площади, да, получается, Пражская? Староместская площадь. Именно здесь завершается наша большая поездка по Европе. Вот мы решили это отметить биением сердца и часов. Так что это было 24 часа, мужская берлога, и оставайтесь с нами. У нас классно, весело, и мы вас всех любим, чмоки-чмоки и все остальное. Ale kurwa. 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 Ale kurwa.